Администрация Ненецкого округа утвердила предварительный прогноз социально-экономического развития региона до 2018 года. По самым оптимистичным оценкам, снижение расходной части бюджета составит от 2,5 до 3 миллиардов рублей. Прогноз развития региона разработан в двух сценариях. Первый, базовый, основан на стоимости нефти марки «Юрлс» $60 за баррель в 2016 году и среднегодовом курсе национальной валюты в 56 рублей 80 копеек за доллар. Второй оптимистичный сценарий предполагает, что нефть будет стоить в следующем году $70 за баррель, а доллар – 52 рубля 40 копеек. Согласно базовому сценарию, валовый региональный продукт вырастет со 177,7 миллиарда рублей в 2015 году до 205,3 миллиарда рублей в 2018, то есть на 15,5%. Объем промышленного производства увеличится на 15,6%. Планируется, что индекс физического объема выпуска товаров и услуг в промышленном производстве вырастет в будущем году на 6,2%, в 2017 на 3,2%, в 2018 на 5,8%. Это связано в основном с завершением производственного цикла у некоторых недропользователей в Тимано-Печоре. Предполагается рост заработной платы, но он будет незначительным настолько, что не сможет покрыть даже инфляционные обязательства. Согласно базовому прогнозу, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата по региону вырастет к 2018 году с 68,7 тысяч рублей в нынешнем году до 73,5 в 2018. Утвержденный администрацией предварительный прогноз социально-экономического развития округа будет направлен на рассмотрение депутатского корпуса.